Всем привет! Сегодня 24 декабря. Сегодня в Англии Рождество. И мы с Калинкой хотим поздравить вас с праздником. Сегодня в Англии самый большой, самый важный праздник в году. В России самый большой и самый важный праздник – это Новый год. Его отмечают 31 декабря. В России сейчас еще работают, а в Англии сегодня уже начинают отмечать Рождество. Сегодня вечером и завтра, 24 декабря и 25 декабря. Вы видите, что у нас уже есть елка. Мы нарядили елку, есть огни на елке, игрушки, есть банты, красные банты и птицы. На прошлой неделе я была в Москве, и там я купила русские открытки. Сейчас я вам покажу, какие открытки я купила и что пишут на русских новогодних открытках. Вот мои открытки, которые я купила в Москве. Например, две открытки, на которых написано «С Новым годом». Вы видите, что написано курсивом, написано прописными буквами. Красиво написано «С Новым годом». На одной открытке елка, елка. И на елке свечи, игрушки, елочные игрушки. А на другой открытке, тоже огни и елки. Еще есть две открытки. Очень интересно. На них написано «С наступающим». «С наступающим». Вот две открытки. На одной открытке мальчик, белые мыши и птица, снегирь и тоже елка. А на другой открытке Дед Мороз. Дед Мороз, который идет в город и у которого есть подарки. Дед Мороз большой, а дом маленький, и елка маленькая. На этих двух открытках здесь вы видите написано «С наступающим», «С наступающим». Значит, «С наступающим Новым годом». Поздравляем с Новым годом, который приходит. Есть глагол «наступать», «наступать», «наступать». И «с наступающим» образовано от этого глагола. Это причастие, партисипл, «с наступающим Новым годом». А сейчас вы видите, что Калинка играет с елкой. Играет. Она где-то в подарках. Калинка бегает около елки. Вот еще одна открытка. Мне понравилась эта открытка, потому что здесь есть все символы русского Нового года. Здесь написано «С Новым годом», здесь есть шампанское, здесь есть водка, русская водка, здесь есть салат оливье. В Англии он известен больше как русский салат. Это традиционное русское блюдо, которое все делают на Новый год. Салат оливье. Салат оливье здесь как будто это елка. И есть мандарины. Еще вы видите часы. И это часы в Кремле. На часах 12 часов. Еще одна открытка, похожая в таком же стиле, советский стиль. Тоже бутылка шампанского. Елка, шары, новогодние украшения, бокал и шоколад, русский шоколад. Это традиционный русский шоколад, называется «Слава». Здесь написано «С Новым годом, дорогие товарищи». Написано «Товарищ». Это обращение использовали в Советском Союзе. Еще есть прекрасная открытка, где вы видите Деда Мороза. Это Дед Мороз, старый дедушка, символ Нового года. У него
белая борода, у него есть усы, и вы видите ребенка. Это ребенок. У Дедушки Мороза разные подарки. Есть дорогие подарки, картина, Мона Лиза, компьютер, по-моему, Оскар, золото и деньги. Но ребенку больше нравится плюшевый мишка. Ребенок хочет игрушку. Ребенок не хочет деньги или дорогие подарки. На этой открытке написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Еще у меня есть две открытки, на которых две открытки. Одна похожа больше на английскую открытку, потому что здесь вы видите рождественский венок. В России не покупают и не делают венки. В России дома всегда есть елка, но мы не вешаем на дверь новогодний венок. Здесь написано «С Новым годом!» Здесь написано: «Пусть счастье стучится в твою дверь». В твою дверь написано очень красиво прописными буквами. С Новым годом, пусть счастье стучится в твою дверь. Еще одна открытка тоже написана прописными буквами. Пусть тебе везет в новом году. Здесь желают удачи на Новый год. Еще у меня есть две открытки, очень красивые, они похожи на старинные открытки. Здесь вы видите елку, вы видите тоже кошку и девушку, которая наряжает елку, которая украшает елку. А на другой открытке вы видите девушку в пальто, которая катается на лыжах. Зима, и тут тоже есть животные, здесь есть два зайца. Эти две открытки я подарю моим подругам. Я вам показала все мои открытки. Сейчас я пойду и буду писать поздравления для моих друзей. Сегодня вечером к нам придут гости, будут родственники и друзья. По-моему, нас будет 12 человек. Я желаю вам счастья в новом году. И теперь вы знаете, что пишут на русских открытках на Новый год. С Новым годом и с Рождеством! Пока! Рождество – это самый большой, самый важный праздник в Англии. В России самый важный праздник – это Новый год. 31 декабря.